Осужденный сегодняшний приговор суда Квашенникова Александр Александрович, он являлся генеральным директором двух предприятий, ГО «Аурум», который представлял автосалон «Ауди» в Оренбурге, и ГО «АЦН Орск». Это не автосалон «Ниссан» года по сентябрь 2014 года. Будучи директором указанных предприятий, Квашенников умышленно привлекал денежные средства клиентов, которые направляли их для приобретения соответствующих автомобилей. Однако на тот момент, когда 60 потерпевших в указанный период внесли денежные средства, часть из потерпевших полностью оплатили стоимость автомобиля, часть потерпевших внесли определенную часть денежных средств для приобретения автомобиля. Однако фактически не мог обеспечить поставку указанных автомобилей покупателям, мирнее фактически возможность передачи автомобиля в собственность приобретателя. 60 потерпевших всего? 60 потерпевших. Какую-то сумму он возместил в процессе? Сумма причиненного ущерба по уголовному делу, по эпизодам, связанным с мошенничеством в отношении 60 потерпевших, она составляет свыше 42 миллионов рублей. В отношении трех потерпевших сумма на трех автомобилей свыше 2,5 миллионов рублей. Это когда реализованы были автомобили, которые находились в залоге у банка. То есть трое потерпевших, приобретая автомобили, могли фактически полностью распоряжаться, поскольку Квашенников заведомо знает, что они находятся в залоге банка, дал указание о том, что эти автомобили реализовывались потерпевшим. В ходе следствия часть потерпевших, которые полностью оплатили автомобиль, по инициативе федеральных поставщиков Audi, Nissan, эти автомобили, которые они оплатили, получили. Наказание, которое назначило приговором суда Квашенникову Александру Александровичу, составило 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Государственное обвинение, когда просило назначить наказание, просило назначить суд наказание в виде 5 лет лишения свободы с правительством колонии поселения.